Всем привет, друзья! Всем привет! И очень много вопросов в последнее время нас просто посетило о том, когда выйдет ролик про Барсука Евгения, когда будет раскрыта его тайна. Ну и мы считаем нужным рассказать вам, в принципе, как продвигается тема с Барсуком. Да, вопрос в том, что начали мы писать сценарий про Барсука Евгения уже очень давно, это было больше месяца назад. И, в принципе, я могу вам продемонстрировать, что вот он файл, вот текст, вы можете наблюдать. Сколько мы написали? Тут более 1500 слов. И единственное, что хотелось бы сказать, после того, что мы написали и перечитали это, мы не очень довольны результатом. Друзья, ну еще стоит сказать, что съемки ролика оттянулись по причине того, что мы хотели снять коллаборацию с неким известным человеком, но немного все пошло не по плану, из-за этого все затянулось. Ну и вот, собственно, так вот вышло. Полностью переделываем сценарий, переписываем его под ноль. Мы хотели изначально сделать это таким каким-то документальным. В формате скетча. Ну да, это, во-первых, скетч, то есть такой детективчик небольшой. В итоге мы решили пересмотреть эту концепцию, и мы снимем, короче говоря, «Тайна Барсука Евгения», который более привычный вам формате. Да, вам будет интереснее смотреть наверняка, и, короче, он будет длиться более 10 минут. Для тех, кто вообще не в курсе, вот о чем сейчас речь, кто такой Барсук Евгений, что это такое. Вот, ребят, мы просто хотим сами для себя узнать. Если вы не знаете, кто такой Барсук Евгений, или вообще, не знаю, вам не интересна эта тема, ставьте этому ролику дизлайк. Вот прям серьезно. Да. А если знаете и, собственно, нравится эта тема, ожидайте ее, ставьте пальцы. Если вы ждете, если вы писали много комментариев, да когда же это видео, да когда же там что произойдет, то ставьте лайк. Мы хотим просто узнать этот баланс, то есть знаете вы или нет, и ждете ли вы этот ролик? Друзья, ни в коем случае мы не игнорируем ваши комментарии, мы все их читаем, все видим, и сами уже давно хотим, чтобы на канале появился этот ролик. Но в связи с некоторыми трудностями, которые мы уже объяснили, он задерживается. Так что ожидайте, скоро будет. Новый сценарий, вот он уже, мы его начали писать, и скоро ролик будет на канале. Некоторая часть уже написана. Да, так что ждите, я думаю, даже вот, может быть, на следующей неделе, да. Но вот на предстоящей неделе уже постараемся его доделать. Всем спасибо за внимание. Очень благодарим вас за то, что вы досмотрели до конца. И хотим сказать, что этот ролик будет на канале в течение суток, после чего мы его удалим. Нам нужно просто узнать ваш фидбэк. Еще раз напоминаем, что ставьте дизлайк, если вы не знаете, кто такой Барсук Евгений, и не ожидаете этого ролика. И ставьте лайк, если вы знаете, кто это такой, и с нетерпением ждете. 3, 4. Спасибо за просмотр.